И к другим темам. Система вызова экстренных служб 112 готова к чемпионату мира по футболу. Операторы будут принимать заявки на 8 языках. Во время Мундиаля московский регион посетят сотни тысяч болельщиков со всего мира. Сборные многих стран будут размещаться на территории Подмосковья. Во время проведения чемпионата мира по футболу на территории Московской области будут базироваться 9 национальных сборных, помимо российской. Экстренные службы готовы к работе в напряженном режиме. Все штатные и привлеченные лингвисты системы 112 прошли специальную подготовку для работы с иностранцами. Они изучили алгоритмы действий при различных запросах, которые могут поступать от жителей Подмосковья и гостей чемпионата мира. Для помощи операторам в круглосуточном режиме задействуют волонтеров из числа преподавателей и студентов Одинцовского филиалом ГИМО. Обращения будут принимать на 8 иностранных языках – английском, испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском. Напомню, мировое футбольное первенство пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Александра Томи, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.